воскресенье в Самарской области ожидается ясная и малооблачная погода. Местами пройдет дождь, возможно, гроза. Температура днем плюс 25, плюс 30 градусов, ночью 19-21 выше 0. Ветер западных направлений, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 29, ночью плюс 21 градус, западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, температура воздуха днем плюс 28, ночью 21 градус выше 0. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможно гроза и без осадков. Днем плюс 27 градусов, ночью плюс 20, ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.